Тем временем подготовка к открытию курортного сезона на финишной прямой. Анапа будет встречать гостей масштабными мероприятиями. С 14 по 28 мая пройдет эно-гастрономическая ярмарка, где всех желающих будут ждать дегустации и мастер-классы от лучших производителей Кубани. Торговые ряды выстроятся вдоль центральной аллеи главного городского парка, ведущей к морю. В рамках винной ярмарки свою продукцию представят лучшие винодельни и гаражисты юга России. Насыщенной будет и деловая программа. Представители туристического сектора и анапской мэрии обсудят новые реалии внутреннего туризма и будущее винодельческой отрасли, в частности, национальный маршрут «Винные дороги России», который объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь. И, конечно, спортивные соревнования, занятия йогой и фитнесом на пляже. Для взрослых и детей будут организованы интереснейшие встречи, лекции по психологии, научные шоу и многое другое.